вчера построил домик, а он растаял из снега. Это на улице весна, все тает. Весна? А что это такое весна? Это когда кораблик пускаешь по лужам, да, и они плывут, да. А ты, Карамелька, что знаешь о весне? А весне я знаю, так можно кататься на коньках. На коньках? На коньках никто не катается. Почему мой домик растаял? Я не знаю, надо у папы спросить. Папа! Да! Иди сюда! Иду! Вы меня звали? Да, пап, мы тебя звали. Скажи компоту, почему у него домик снежный растаял? У него домик растаял? А почему? Папочка, так на улице же весна. А, точно, на улице же жарко, поэтому и растаял. Пап, я его так долго бил, а он растаял. Что ты хотел? На улице-то весна, все тает. Выйдите лучше, кораблики попускайте по воде. Я ему и говорю, пойдем кораблики попускаем по воде. Ну, папа, ну почему? Я так старался, долго делал. Уснул, проснулся, а его нет. Давайте, хотите, я вам эксперимент покажу, что такое весна. Объясню это все вам на льду. Лед тоже тает, вы знаете? Да, я знаю. А я не знаю. Я знаю. Хорошо, я пойду за тарелкой и принесу льда. И мы будем наблюдать, как он тает. Согласны? Это будет эффект называться весенний ледотаяние. Классно выдержано. Весенний ледотаяние. Давай, бабушка, неси. Ну, запомните, детки, придется долго ждать. Да. Вот, пойду за тарелкой. Да, победи. Я ненадолго. Ой, как здорово. Как олимпийский поют. Да, я тоже думаю, это прикольно будет. Посмотреть, как лед тает на глазах, да? А я хочу, чтобы мой домик вернулся. Но зато ты поймешь, как у тебя домик растаял. Да. И принеси мой компот. Все будет хорошо у тебя. Да. Мы в следующем году тебе сделаем домик. Конечно. Да, Карамелька? Да. А я... Ну ладно, давайте посмотрим эксперимент. А то что-то я немножечко проголодался уже. Вот я принес тарелку, в нее мы положим лед и будем смотреть. Согласны? Да. Здорово, да. Ой, я принес тарелку. Да, доченька, принес тарелку. Сейчас пойду за льдом. Как здорово будет посмотреть, как этот лед тает в наказание за домик компота. Да, Карамелька? Давайте посмотрим, сейчас папа придет, принесет лед. А может ему сказать, чтобы он еще и пирожное захватил. Ну ты вообще компот. Ой. Ой, ну как вам? Красиво лед? Вам нравится? Давайте на него смотреть, как он тает. Ну, детишки, только вы готовьтесь. Чтобы он растаял, нужно очень-очень много времени ждать. Вы готовы? Я готов, только я думаю, я проголодаюсь. А я что-нибудь принесу покушать. И сам заодно покушаю. Вот это лед тебе, папа, принесет покушать. Ну ты, Карамелька, шутница. Он же лед не кушает. Я вообще-то люблю колбасу и бутерброды, да. И еще много-много пельменей и вареников люблю. Смешно. Да ты вообще шутник. Да, шутник. Ладно, давайте смотреть, как лед тает. Давайте. Да, что-то он не тает. Ну, папа сам сказал, нужно долго время ждать, чтобы он растаял. Да, давайте ждать. Давайте. Давайте смываем воду, что он так быстрее потает. Давайте дуть на него, правда. Давайте. Я уже устал дуть, он все никак не тает. Я устала дуть, но надо дуть, он
местами. Давайте поменяемся местами. Вот так-то лучше. Давайте идут. А давайте маленько полежим. Давайте. Что-то я спать захотел. И я захотел. А давайте прям тут поспим. Давайте. Давайте. Там уж лед наш растаял. Давайте посмотрим. А что, он уже растаял, нет? Нет, еще не до конца, но уже мало осталось. Давайте еще, дочь. Сейчас мы выспались, у нас силы есть. Давайте, а то я проголодался. Давай, дочь. У нас неплохо получается. Давайте еще немножко отдохнуем. Ничего себе, как мы его сдули. Дуйте еще немножко, я уже прям вообще прям хочу его быстрее растопить. Давайте, дуйте еще сильнее. Вот мы его и растопили. Да, давайте теперь искупаемся. Ты что, она же холодная. Ничего она не холодная. Ни моряков никогда ничего не бывает холодным. Ну тогда ты пробуй корок. Не попробую. Пробуй корок, пробуй. Себя раз я тоже покупаю. Хорошо. Я вообще ничего не боюсь. Ни холода, ничего. Понятно? Я вообще смелый. Йоп. Ну что? Готовы? Готовы. Готова, карамелька? Готова, готова. Смотрю, смотрю. И... Карамелька, ты была права, она холодная. Ну, конечно же, холодная. Мы же лед только что растопили. И вода не успела нагреться. А почему мы тогда летом купаемся? Зимой же на ней лед. Ну, так лед же растает? Да. Ну, а потом солнышко нагреет. А, и что, вода теплой становится? Да. Понятно. Ну, я теперь все понял, почему мой домик растаял. Ну, так вот же. Спасибо. Ну, что, детишки, вам понравился эксперимент? Тебе кожей понравился? Я таки думал, что так и есть. Да, вот. А я теперь понял, почему мой домик растаял. Потому что на него влияло тепло, солнышко и ветер. Вот. Ну, я теперь не буду переживать. Я лучше пойду на кухню поем что-нибудь. Я с тобой, компот, пойдем. Так, это за собой все уберете, хорошо? Пол протрете. А то мамка будет ругаться. Ребят, а вам понравился эксперимент? Если понравился, то подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и не пропускайте следующие видео. С нами будет очень интересно. Всем пока! Всем пока! Компот! Да, бабочка! Давай, не кошечка! Компот, пойдем кушать! Иду, пап, иду!